Приветствую вас, я свой ответ разделю на две части. Первая часть будет касаться ответа на ваш вопрос, а вторая часть будет посвящена тому, скорее, что мне есть добавить по факту того, что я прочитал. Ну, во-первых, здесь нужно сказать так, что если вы совершили какое-то правонарушение, если вы сделали что-то, чего делать не стоило, если вы уже это сделали, то, соответственно, при отсутствии возможности, значит, как-то исправить ситуацию, при отсутствии возможности сделать так, чтобы ситуация стала как-то лучше, как-то, значит, ну, более выверено, да, вот, если у вас нет такой возможности, то вам лучше признаться. И чем быстрее вы признаетесь, тем лучше вам на самом-то деле будет. Потому что чем дольше вы тянете, тем, соответственно, больше будет негативный эффект. Я понимаю, что вам это может быть неприятно, я понимаю, что вам это может быть некомфортно, я понимаю, что вы, может, боитесь, но нет здесь никаких, на самом деле, других вариантов, да. Конечно, может быть, вы сможете оправдаться и сказать, почему вы не подготовили то, что должны были подготовить. Вот. Но, опять же, совершенно не факт, что начальника вашего, да, это будет волновать, не факт, что его это вообще затронет. Ну, вот. Поэтому, если можете, придумайте какие-то оправдания и скажите, чем быстрее, тем лучше. Значит, помните, что это не какая-то, знаете, такая детско-родительская провинность, да, помните, что это не какая-то такая, знаете, ну, вот семейная такая неудача, если можно так выразиться, это строго профессиональный момент, вот, понимаете, это профессиональный момент, и в профессиональном моменте нет места таким вещам, как стыду, самобичеванием, значит, страхом, опять же, и так далее, да? То есть вы говорите о том, что вы не сделали того, что, например, должны были сделать, вы об этом, соответственно, извещаете, значит, начальника своего, вот, и тут же предлагаете свой вариант по, значит, выходу из этой ситуации. То есть все, что от вас зависит, вы делаете. Вот это на самом деле именно то, что вам требуется совершить здесь и сейчас. То есть все, что от вас требуется, это максимально сделать возможно для того, чтобы сложившуюся негативную ситуацию нивелировать. Вот. Причем, еще раз повторяю, не обвиняйте себя, не старайтесь выглядеть перед своим начальником
как-то, знаете, там, что вы виноваты, что вы там раскаиваетесь, что вам стыдно, вот. Постарайтесь просто поверить мне, иначе вам потом будет довольно тяжело. Постарайтесь мне поверить сейчас, что начальнику вашему глубоко плевать на ваш стыд и на ваше раскаяние. Вот. Либо вы поймете это сейчас, либо вы будете значит, продолжать совершать такие ошибки, какие вы совершаете. Потому что, ну, это немножко другой момент, это немножко из другой оперы. Вот. Ну вот, в принципе, по первому ответу, по первому вопросу, точнее, по первому пункту, наверное, больше ничего и нельзя добавить, потому что, ну, здесь вот тот самый случай, когда вот вы могли сделать что-то такое вот, да, ну, что-то такое не очень хорошее, и вы, в принципе, это сделали. И теперь вы не можете это исправить, ну, абсолютно никак, да, то есть если, ну, если вы действительно не можете это исправить, то я полагаю, что, соответственно, остается только принять этот факт, что уже нельзя ничего изменить, уже нельзя ничего исправить, вот, остается принять только этот факт, и дальше вам уже имеет смысл только исходить вот из того, что вы можете делать дальше. То есть до тех пор, пока вы не примете как проявление реальности, да, объективную реальность, то, что вы уже сделали, пока вы будете стараться как-то вот хотя бы в своем воображении, в своем восприятии будете стараться ситуацию как-то изменить, вот, ну, на самом деле будут проблемы. Вот. Вот такая история. Теперь я бы хотел, на самом деле, немножечко поговорить о том, почему вы вообще оказались вот в этой вот ситуации своей, да? То есть из-за вас что-то произошло, вы знаете, что что-то произошло из-за вас. Ну, мне так кажется, что вы знаете, что произошло что-то из-за вас. Вот, вы испытываете, значит, чувство вины за это, за то, что что-то произошло. И, значит, соответственно, выясняется, что вы сделали что-то еще не так. Это обманули. Понимаете, подобные вещи с точки зрения психоанализа не могут происходить сами по себе. С точки зрения психоанализа подобные ситуации не могут быть сами по себе. То есть ситуация не может произойти просто как случайность. Понимаете? У этого, у ситуации, есть причины. И я, конечно, пока что этих причин не знаю. Ну, просто потому что ничего не знаю о вас, но я полагаю, что они есть.
какие? Ну, например, скорее всего, вы периодически попадаете в такие ситуации, когда вы в чем-то виноват. Скорее всего, вы попадаете в такие ситуации, когда вы испытываете вину, и когда что-то происходит по вашей вине. Такое вот. И да, вы испытываете какие-то чувства, и парадокс заключается в том, что все, что вы делаете неосознанно, специально для того, чтобы оказаться в этом состоянии. Ибо, опять же, подсознательно вы стремитесь к этому состоянию. К состоянию, когда что-то происходит плохо по вашей вине. На это есть причина. И психоанализ отвечает на вопрос о том, какие это причины. Психоанализ отвечает следующим образом, что причины у данного вектора поведения таковы, что в детстве значимые фигуры для вас, ну, значимые фигуры людей, я имею в виду родители, либо кто-то еще, обращали на вас только внимание только тогда, когда вы совершали какую-то провинность. Наука также объясняет, говорит, что в данном случае человек, не получает, да, вот как мы могли видеть, человек не получает, ну, позитива. Человек не получает каких-то позитивных, значит, ну, всплесков, проявлений в свой адрес. И нуждается в хоть в каком-то проявлении внимания. Хоть в каком-то, пусть даже в негативном. И он начинает стремиться к этому, к ним. Вот, и вы стремитесь подсознательно по этой позиции, которая, мне кажется, в данном случае верна по отношению к вам, вы стремитесь к этой самой позиции. То есть вы хотите, чтобы вы применились, вы хотите, чтобы вас таким образом заметили, чтобы получить внимание. Скорее всего, то внимание, которое вам оказывается, ну вот, в других проявлениях, того внимания вам, скорее всего, недостаточно. Либо вы считаете, что вы недостойны этого. Но опять же, бывают такие люди, которые на полном серьезе считают, что они недостойны того, что их там хвалят и так далее, так далее. Вот. Бывают такие моменты. Вот. И в данном случае, вам был дан где-то, как-то, кем-то запрет на то, чтобы себя хвалить, чтобы себя любить и так далее. Этот запрет нужно отыскать и его снять. Если данный запрет будет снят, то вы перестанете попадать в такие ситуации, потому что вам это просто-напросто будет не нужно. Работа, в принципе, она может вестись по данному направлению в двух формах, на мой взгляд. Первая форма — это довольно быстрая и, ну, уложиться по времени в первой форме можно, ну, в принципе, знаете, я бы сказал, где-то, может быть, ну, за пару часов, то есть
требуется время для того, чтобы узнать вас, чтобы как бы вы начали потихонечку мне доверять, например, ну, если я с вами, если я работаю, например, буду. Вот, и, соответственно, где-то вот после прохождения часа беседы, да, человек начинает примерно как-то вот уже располагаться, верить. Вот, и можно какие-то сделать первые действия в этом направлении, в направлении снятия запрета. Значит, ну и, соответственно, можно делать по другой форме, по форме более такой продолжительной, но, соответственно, и более такой значимой, да, то есть более глубокой. Тут собирается более полная информация о вас, тут, соответственно, более такой глубинный идет анализ, вот. И, соответственно, можно говорить о том, что результат при такой форме работы является более такой, таким стабильным, более таким ну, более ощутимым, вот, и более длительным. Тогда как при краткосрочной работе результат может, в принципе, ну, со временем может результат уйти со временем. Вот. Ну и там, в принципе, можно будет выбрать, да, время, и если понравится, то еще поработать. Вот. То есть вот так, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Мне, честно, очень жаль, что вы попали в эту ситуацию, мне очень жаль, что вы в ней оказались. Вот. Но, опять же, все, в принципе, решаемо, все можно исправить, вот, главное вам сейчас не ловчить. То есть, знаете, это вот такая установка из детства тоже, что я совершу какую-то шалость, да, обратил на себя внимание, да, ну, кого-то. И теперь не хочу получить какой-то вред. То есть, да, получить я не хочу. Вот. То есть это, знаете, такая способность ловчить. То есть выкручиваться. То есть я не могу по-другому получить внимание к себе. Я могу получить только негативом. Но за негатив я должен платить и платить. Как бы. А платить я не хочу. Что мне нужно сделать, чтобы не платить, за негатив? Знаете? Вот такая вот примерная история. Не очень хорошая, но тем не менее. Если вы примете для себя эти моменты, если вы как-то вот, ну, скажем так, если вы выберете для себя работу в данном направлении, чтобы ситуация больше не повторялась, я полагаю, что больше у вас такого не будет. Выбирать вам. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.